ободрись его народ. Каждый место свое займет, чтобы жертвенные благовония пред ним пожигать. Не будем небрежны, себя светим, и в жертву живую тела посвятим. С молитвою будем пред ним и ходить, с весельем, псалмами хвалу возносить. Я настроен решительно, я отзовусь незамедлительно, я полон веры и дерзновенья, и стану медлить в день его посещенья. Ободрись его народ, пусть приношение с усердием каждый ему принесет. Живые духом данные дары, ведь он священниками нас поставил служение нести. Мы скинии здесь устрояем ему и сделаем все по его образцу. В народе своем жаждет Бог пребывать, пусть угодно в нас будет ему обитать. Я настроен решительно, я отзовусь незамедлительно, я полон веры и дерзновенья. Тогда восстаньте, храбрые мужи, сквозь филистимский стан пробиться сила нам дана. Ведь ваш желал царь испить воды, и мы помазаны, чтобы исполнить желание царя. Неважно, насколько велик стан врага, ведь больше есть тот, кто находится в нас. Не воинством силой, но духом твоим исполнить желание Христа мы сильны. И я настроен решительно, я отзовусь незамедлительно, я полон веры и дерзновенья. Не стану медлить в день его посещенья. Ведь это день его посещения. Я зову его движение и исполнять его желание. Ведь это день, ведь это час его посещения. Когда восстаньте, храбрые мужи, сквозь филистимский стан пробиться сила нам дана. Ведь пожелал царь испить воды, и мы помазаны, чтобы исполнить желание царя. Неважно, насколько велик стан врага, ведь больше есть тот, кто находится в нас. Не воинством силой, но духом твоим исполнить желание Христа мы сильны. Тогда восстаньте, храбрые мужи, сквозь филистимский стан пробиться сила нам дана. Ведь пожелал царь испить воды,
помазаны, чтобы исполнить желание царя. Неважно, насколько велик стан врага, ведь больше есть тот, кто находится в нас. Не воинством силой, но духом твоим исполнить желание Христа мы сильны. Исполнить желание Христа мы сильны. Исполнить желание Христа.